Здравствуйте! В нашем прошлом выпуске мы начали рассказ об Улан-Удэ и о том, как здесь пытаются бороться с пьянством. Сегодня мы продолжим говорить об этом замечательном городе и расскажем вам о местной школе трезвения, которая располагается в Пресвято-Ильинском храме. Затем, чтобы узнать, что такое школа трезвения, мы едем в поселок Восточный, располагающийся в самом конце города Улан-Удэ. Здесь стоит замечательный храм пророка Божьего Ильи, где самыми почитаемыми иконами являются икона Божьей Матери Неупиваемая Чаша и местно чтимых святых. Настоятель Иерей Георгий Иванов провел для нас небольшую экскурсию. Это икона преподобного Варлама Чикойского, который является местно чтимым святым, покровителем Забайкальского края. Это икона с частичкой мощи преподобного Варлама. Также икона покровителя Сибири Иннокентия, епископа Иркутского, тоже с частичкой мощи. Имеем в нашем храме такие святыни и надеемся, что обращение к этим святым угодникам поможет нам, и в том числе и в нашей трезвенческой деятельности. И все-таки самой чтимой здесь является икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Каждое воскресенье здесь собираются те, кто попал в зависимость, чтобы принять участие в акафисте и попросить Богородицу о помощи. Сущность нашей работы с человеком зависимым, который себя таковым признает и приходит работать над своей зависимостью к нам в школу трезвения, сущность этой работы в том, что он узнает правду о том, что такое зависимость, что такое алкоголь, как она работает, эта зависимость, что с ней надо сделать. И узнают эту правду в самых различных аспектах. Я уже говорил, по-моему, что это не только медицинский аспект, что там алкоголь плохо влияет на работу сердца, печени и всех прочих органов, и мозга, и так далее. Вот. Рассматриваем в аспекте историческом, и политическом, и геополитическом рассматриваем, и во многих других эту проблему рассматриваем. То есть, можно сказать, со всех сторон. И вот со всех этих сторон мы пытаемся развенчать ложь, которое окружено употреблением алкоголя. И у человека появляется альтернатива. Он теперь может жить в прежних предрассудках каких-то лжи, а может принять для себя вот ту правду, которую узнает, и начать работу, чтобы очистить свое сознание от этой неправды, вот, и начать новую жизнь, новую правильную жизнь. Мы говорим правду и только правду. Что касается алкоголя, что касается там, иных проблем, иных сторон жизни человека, семейных отношений. Вот вы знаете, когда мы на курсах касаемся, это всегда седьмое занятие, вопросов семейных отношений, то вот не было человека, который бы на них живо не отреагировал. Ни разу я не встречала человека, который начал бы спорить и говорить, что это не так. В Улан-Удэ семья православного священника Георгия Иванова борется с пьянством уже много лет. Он и матушка Татьяна ведут курсы под названием «Школа трезвения», где человек сначала изучает истоки пьянства, выясняет причины, которые побуждают его употреблять, а потом принимает решение, остаться или нет. Чаще все-таки остаются, ведь здесь они получают нечто более важное, чем даже трезвость. Здесь им помогают обрести смысл жизни. С отцом Георгием Ивановым, с матушкой Татьяной я знаком уже с 2006 года. Был слушателем курсов матушки Татьяны. Приехал из другого города, прошел эти курсы. Также вот параллельно проходило мое воцерковление одновременно. И вот жизнь до церкви и жизнь в церкви, конечно, это как бы два разных, можно сказать, полюса моей жизни. И, конечно, я уже, когда в церковь попал, я уже сделал выбор, что вот в прежнюю жизнь не возвращаться. И остался вот в церкви. Отец Владимир, позвольте добавить, немножко скромничает. У него уже есть опыт проведения вот такой трезвенческой деятельности. Он самостоятельно курсы проводил. Вот. Они не системно у него с его служебной загрузкой. Вот священнику трудно все время курсы проводить. Вот. Но тем не менее успехи таковы, что даже врач-нарколог один, пройдя эти курсы, ну, естественно, глубокой зависимости не имея, но да, можно так сказать, перешла в наш стан. Она не крестилась еще. Нет, еще нет, она уже на пути, да. Где-то вот к церкви, да, вот. То есть вот воздействие такого вот харизма отца Владимира как-то. Так скажем, абсолютным трезвенником я, в общем-то, не был. В нашем обществе это
достаточно сложно, да, особенно вот в студенческом возрасте, там, когда в аспирантуре учился и так далее. Вот. А к абсолютной трезвости я пришел вот как раз в момент воцерковления, то есть когда я начал ходить в храм лет 7-8 назад, это был Свято-Троицкий храм, как раз там служили отец Олег, отец Георгий, матушка Татьяна там была, вот, и там же, значит, были курсы, собирались, в общем. Сейчас я стараюсь держаться вот в этом обществе и участвовать во всех мероприятиях. Благодаря моему мужу спасибо, благодаря, что привел в церковь меня. Отец Георгий, отец Олег, меня вот матушка Татьяна поддержали, как бы отец Олег даже домой к нам приезжал, посидел, побеседовал со мной, говорит, ну, это все когда-то должно все равно закончиться, потому что ну, есть грань, которую вот перешел, и потом туда не вернуться, действительно. Сначала один маленький небольшой я взяла обет трезвости, почувствовала, что действительно помощь пришла. Вот сейчас мы с мужем дали вот на 3 года, и по истечении 3 лет уже хочу уже на всю жизнь. У этой школы нет огромных рекламных баннеров, призывающих к посещению, обещающих за несколько занятий полностью излечить от всех недугов зависимости. Нет, все скромно. Школа не нуждается в рекламе, поскольку приходящих туда и так достаточно. Узнают о ней от тех, кто там уже получил помощь. В трезвость пришла благодаря браку. Потому что вот я вышла замуж за отца Георгия Иванова, он тогда не был священником, но был уже трезвенником. И когда впервые я услышала вот вообще о том, что нужно жить трезво, я восприняла это как такую крайность, прямо чрезмерную. И, в общем-то, восприняла, что это дело только людей, для людей зависимых подходящее, для них необходимо. А для нас-то чего, независимых, свободных людей, разве это нужное дело? И постепенно вот стало, естественно, как... Супруга зайду, смотрю, слушаю, жду, когда курс проведет. И вслушиваться стала, интересоваться. И, в общем-то, я поняла, конечно, что это очень большое заблуждение. Вот как раз трезвость, это она настолько необходима всем, особенно людям малозависимым, потому что они вот этой своей трезвостью могут огромное влияние оказать на общество в целом, на своих детей в первую очередь. Что там сетовать, почему дети пьют? Сам не пей, уже тебе не будет поводов сетовать. Вот. И вот с тех пор, это с 2003 года, получается, вот мы как бы, в той или иной мере касались вот этой трезвенческой деятельности, а потом, когда батюшку ну, вызвали или благословили на учебу в Читу, он там учился на пасторских курсах, то кого-то же нужно было ставить на эти беседы. И отец Олег после больших сомнений, я сразу об этом говорю, после больших раздумий поставил меня. При этом сказал батюшке, говорит, ее ставить опасно, она одного отрезвит, потом не знает, что с ней делать будем, нос за себя ходить будет и так далее. Ну и вот с тех пор как бы я начала эти курсы вести, веду, и как бы очень радостно бывает, когда вот после курсов сразу семейная пара или там кто-то начинает активно воцерковляться, как будто только ждали, как будто вот только вот буквально там миллиметры остались для того, чтобы сделать этот шаг в сторону Бога. Ну и радостно бывает за тех, которые вообще просто живут трезво, хотя, в общем-то, беспокойство это вызывает, если там не молятся. Я понимаю, что как человек верующий, что и бесы нападать будут, и вот как вот, и страсти будут терзать, ну как вот, как человек будет держаться, переживаешь за него. Ну вот так вот. Каковы гарантии успешного результата прохождения курсов? Не является ли школа трезвения очередной попыткой нажиться на несчастье ближних? Не втягиваются ли слушатели курсов и их родственники в религиозную секту? На все эти вопросы в школе отвечают честно. Насколько ответственно слушатель подходит к предлагаемой на курсах работе, настолько же высоки гарантии успешного результата этой работы. Свобода от зависимости становится реальностью только тогда, когда человек прилагает все силы к решению проблемы, а не ожидает, что проблема решится сама собой, без его участия. Что касается денег, школа трезвения не является коммерческим объединением и не ставит перед собой коммерческих целей. Пожертвования на деятельность школы и общества трезвения вносятся только на добровольной основе, не являются обязательными. Их сумма не оговаривается. Что касается втягивания в религиозную деятельность, то православие, истины которого взяты за основу идеи школы трезвения, отвергает любые манипуляции с сознанием, уважает свободу выбора личности, предоставленную самим Творцом. Давно известно, что невольник – не богомольник.
Помощь на курсах предоставляется людям вне зависимости от веры или ее отсутствия. Поэтому у нас вот никаких таких специальных уловок нету, чтобы кого-то поймать, зацепить. Мы всем говорим, вы придите на первый курс, на первое занятие, и если вам не понравится, вы можете уйти. Но обычно такого не бывает. Вот уходит где-то с 5-го, 6-го занятия, вот как Надежда Геннадьевна сказала. А знаете, когда уходит, когда понимает, что его личный план, мой личный план, вот когда зависит человек, что мои личные планы на жизнь не совпадают с тем направлением, которое задают курсы. Он еще не напился там, не накололся достаточно, поэтому он не собирается. Он хотел бы немножко себя ограничить в каких-то рамках, но употреблять все-таки. В каких-то рамках употреблять вот эти психоактивные вещества. Самый большой миф – это то, что трезвость необходима человеку зависимому. Трезвость нужна пьянице. Вот в чем самый большой миф. Почему-то не считается, что трезвость нужна просто обыкновенному нормальному человеку. Что трезвость, как не питье, как не употребление алкоголя, если в этом даже узком аспекте рассматривать, это самое безопасное положение, самое оптимальное положение для человека, самое удобное, самое выгодное, самое надежное. Удивительно, но факт, традиции трезвости здесь переняли от известного петербургского деятеля Владимира Алексеевича Михайлова, про которого мы уже не раз рассказывали в нашей передаче. Как это произошло? На это существует целая история, связанная с одним из известных священников Бурятии, отцом Олегом Матвеевым. Он первый в республике начал заниматься вопросами трезвения. С его подачи была организована соответствующая деятельность курсов. Но сначала он перенимал опыт других людей – приглашал их в Улан-Удэ, организовывал конференции. Вообще, пропаганда любой идеи, самой здоровой, самой положительной, самой истинной, она невозможна без воздействия личности. Я так думаю, убежден в этом. Потому что и проповедь Евангелия была бы невозможна, если бы была напечатана масса книжек, но не было бы проповедника, не было бы человека, который бы своим примером показывал это учение в своей жизни. То же самое касается и трезвости. Вот. Хорошо, конечно, черпать откуда-то из любых источников нужную информацию, вот, перерабатывать ее, делать какие-то выводы, но я боюсь, что все это будет совершенно бесполезным, не принесет должного плода, если не будет человека, реального человека, которого ты видишь, который вот именно живет так, как он говорит. Я помню вот впечатление, которое эти люди на меня произвели, и в том числе Владимир Алексеевич Михайлов, который приезжал сюда из Петербурга, и вот общение с ним, размышление о том, что вот этот человек приехал сюда, не имея никакой корыстной цели, а чтобы помочь мне и таким, как я. Вот. И двигало им не просто любовь к людям, а именно его вера православная. Поэтому такой пример заразителен, конечно, это не хорошее слово, не православное, но он впечатляющий такой пример и производит самое большое впечатление. Вот. И в дальнейшем я обратил внимание, что на жизнь, мою личную жизнь сказывается не только получение какой-то информации, будь то в семинаре или из книжек, из интернета, а именно вот встреча с такими людьми. На этом наш цикл передач из Улан-Удэ не заканчивается. В одном из следующих выпусков мы расскажем о развитии школы трезвения и попытаемся проанализировать методику ее работы.